Привет, привет, мои дорогие. Утро надо начинать правильно. Ну, можно сказать, у меня обед. Пожри борща и чиполлино и начинай свои дела. Вот так начнется, будет название моего видео. Я вот доедаю сметаны. У меня что-то он такой густющий остался. Косточки от курочки. Курочка вся разварилась. Ой, давайте пожрем борща и чиполлино света. Это вот. Чтоб все невзгоды от нас ушли. И болезни тоже. Селедка. Она в пакете была и так хорошо завернута. Думаю, что-то не пахнет селедкой-то. А почитать-то зачем? Оказывается, это сибас. Вот так вот. Не стала я свою ложку большую портить красным. То вдруг покрасится. С аппетитиком. Вроде прогодка-то разгуливается. Как пожрем? У меня там был вопрос, сколько денег на еду. Честно, я не считаю. Конечно, пытаешься тоже в чем-то себе, ну не то, что в чем-то себя ограничивать. Допустим, какой-то определенной суммой в день. Но бывает и выходишь из-за нее. Иногда, ну вот хочется, да? Или вдруг только собрался разбогатеть, спички кончились, соль закончилась. Идешь в магазин. Конечно, все дорого. И почему-то каждый день что-нибудь заканчивается. Сейчас самое дорогое это питание. Ну, да как самое дорогое питание? И питание, и квартплата. Все дорого. Если учесть, что зарплаты остались на том же уровне, если не снизились. Ну, очень вкусно. И сейчас как бац. И все сделаешь. Но пока я еще ничего не сделал. Лежу, кино смотрю. Люлянична идет.
Надо им сказать. На, Юль. И кошку спрашивает. Она все ест. Мы ее забрали уже, она все ела. Мы Юльку забрали, 2 года ей было, и она ела все. Это не я ее приучила. Кстати, ну мне кажется, да, брюшко растет. Эти кошки съесть много, могут много. Но также, если она, ну, на самом деле беременна, я ее раскармливать не буду. Что хотите, там кто, ну, идеальный, кричить, что она голодная. Если кошка разожрется, рожать будет очень тяжело. Я все понимаю, жалко, но кошке также нельзя сильно разжираться. Я не спорю, что сейчас есть много ветеринарных клиник, что могут помочь. Они могут помочь в любой момент, можно и на ночь. Ну, зачем доводить кошку до такого состояния? Еда у нее всегда есть, но она вот просит то, что я ем. Ну, многие собаки живут у меня. Вот тетя, допустим, вот если бы он у меня жил, он бы вот сидел здесь и спрашивал. Они глядят невинными глазами, что ты их вообще не кормишь. Ой. Я насытилась. Теперь можно за дела на диван. Все, всех обняла. Пока ничего не хочу делать. Посмотрим, что дальше будет. Вчера что-то делала. Да наплевать. Завтра на работу надо подготовиться. Морально и физически. Все, всех обняла. Еще раз пока-пока.